Компания «Лантеч» совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций создала специальную рабочую группу, которая будет ознакомлена с системой точного земледелия IMS System. Это ведущая агротехническая цифровая компания. В рамках проектов, направленных на цифровизацию аграрного сектора, планируется внедрение системы во все фермерские хозяйства Узбекистана. На данный момент мы уже испробовали данную систему в Кашкадаринском, в Джизакском, Самаркандском, в Ташкентском области. И данная система показала себе очень хорошей стороны, и да, наши клиенты, они остались очень довольны. На данный момент со стороны John Deere имеется направление John Deere Finance, и мы уже под John Deere Finance тоже провели 4-5 проектов по финансированию, и в дальнейшем у нас имеются планы финансировать малые проекты тоже. John Deere является первой в мире компанией по внедрению цифровизации в сельском хозяйстве. Так, с помощью компании «Лантеч», которая является официальным дилером в Узбекистане, John Deere помогает развивать и поддерживать инициативу главы государства по цифровизации сельского хозяйства. А новаторские идеи позволяют фермерам делать процесс сбора урожая более комфортным и эффективным. Проведение данного семинара в свете принятия стратегии «Цифровой Узбекистан 2030», которое было принято указом президента 5 октября текущего года, является своевременным шагом для ознакомления с такими технологиями и более широкое применение данных технологий и решений по территории республики. Техника John Deere зарекомендовала себя на мировом рынке как надежная, удобная и практическая в эксплуатации. И на собственном примере доказывает, что современные технологии стали необходимыми в современном мире.